На этой ферме содержится 230 тысяч коров. Это шестой в мире по объему производства мяса предприятия. Отсюда всех не видно, но их тут будет очень много. Вот там вдали очень много видно. They keep kind of species which are very good in winter time. They don't need to stay inside. Is it the lake over there? Head of cattle, and they're just pens after pens.